Следующая спортсменка предлагает нам забыть обо всех трудностях и обидных ошибках на пути к золотым медалям и окунуться в атмосферу яркого праздника. Друзья, забудьте все тревоги и печали. Нас приглашают в кабаре под знаменитую песню Лайзы Минелли. На льду чемпионка Европы Сара Майер, Швейцария, сборная мира. Ты показала три замечательных выступления и стала действительно достойным соперником Ирины Слуцкой. Что ты об этом думаешь? Ну, для меня это не столько соревнование с Ириной Слуцкой. Я каталась в свое удовольствие. И я думаю, что она тоже. Я восхищаюсь ей. Она все еще в такой замечательной форме, и с ней здорово соперничать. А скажи, что думаешь об Олимпийских играх в Сочи? За кого будешь болеть и почему? Очень сложно выбрать одного человека. Очень много талантливых фигуристов. Юна Ким, например. Я с удовольствием посмотрю ее возвращение. Му Асада в этом сезоне в потрясающей форме. И моя подруга из Италии, Валентина Маркей. Я, безусловно, буду болеть за нее. И за всех российских девушек-фигуристок. Еще Каролина Костнер. Очень здорово. А я буду сидеть на диване и смотреть. Спасибо большое, что приехала сюда. Нам очень нравилось смотреть, как ты катаешься. И удачи тебе в профессиональной карьере. Taste the wine, come hear the band, come pump that horn, start celebrating right this way. Your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, oh chum, so come to the this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music. Come to the cabaret. And as for me, ha! And as for me, I made my mind up back in Chelsea when I go, I'm going like Elsie. Stop by and cradle a tomb. It isn't that long a stay.
Большое спасибо, Сара. Какое удовольствие. Музыка из одного из моих самых любимых фильмов в исполнении одной из самых любимых моих певиц. Это была швейцарская пара. Сара Майер, Стефан Ламбьель. Это было задорно, весело, остроумно. А появление Ламбьеля на льду было приятным сюрпризом. Сара, очень хочется поблагодарить тебя за твое присутствие на этом чемпионате, за твое сегодняшнее прекрасное выступление. Все были счастливы видеть тебя все эти дни, и сегодня ты, наверное, почувствовал нашу любовь невозможную и возможную. Yeah, I really did. Да, that's really так и есть. What I will bring home is действительно, эти впечатления в вашем теплом приеме, в теплом приеме в России останутся со мной навсегда. Спасибо я надеюсь, когда-нибудь большое. Вернуться. Нам было прекрасно с тобой. Было ли тебе хорошо с нами? I really had a great time, да, я отлично провела время. И, конечно, у меня были ошибки, я могла бы и лучше откатать. Но самое главное, что действительно я очень здорово провела время, и я чувствовала поддержку зрителей. Спасибо. Удачи!